таких не нишевых, а системных кластерного характера проектов. Но есть, конечно, и какие-то неудачи. Но я же не буду вам про неудачи рассказывать. Поэтому решил в итоге выбрать вам для сегодняшнего разговора тему, которую я сам считаю крайне важной, крайне интересной. Тему, далеко выходящую за пределы, собственно, самого Руслана. Тема, которая называется «Возобновляемая энергетика». Эта тема имеет свою историю, довольно длинную, как видно из первого слайда. Родилось это все, вернее, начало рождаться в 2007 году. 2019 год тоже очень значимый и в том, что уже сделано, и в том, что он позволяет теперь, наконец, по-настоящему, и, как мне кажется, с довольно большой детерминированностью, вероятностью описать не только то, что будет в ближайшие 3-4 года, но даже то, что произойдет до 2035 года.